Горячая пора наступает в конце лета в отделении спортивной медицины, которое базируется в детской поликлинике ВРКБ. Большинство секций начинают работу с 1 сентября, и родители спешат получить заветную справку от врача, отчего медикам приходится работать с повышенной нагрузкой. В коридорах отделения настоящий аншлаг. До начала спортивного сезона остаются считанные дни, а количество исследований довольно внушительное. Смотрят у нас в отделении специалисты. Это офтальмолог, травматолог, невролог, лор-врач, педиатр и спортивный врач. Сдают ЭКГ, ЭКГ с нагрузкой, берем анализ крови, общий анализ мочи. Всего на учете в отделении спортивной медицины Видновской районной клинической больницы состоит 3500 человек. При норме в 20 приемов в день врачам приходится осматривать по 50 пациентов. Причем не только из Ленинского городского округа. Домодедово, но иногда с Озер приезжают, с Кашира, со Ступино. У них нет отделения. Есть диспансер в Подольске, но почему-то они туда не ездят. Требования к здоровью детей и взрослых, занимающихся спортом, повышенное. На врачах лежит огромная ответственность, и нередко их решение может влиять на судьбу человека. Приходит ребенок и хочет заниматься боксом, но при этом у него близорукость там слабой либо средней степени. Это ограничение полностью. Это только подготовительная группа по здоровью. То есть боксом, тяжелой атлетикой заниматься таким видом спорта нельзя. Врачи обращаются к родителям в следующем году. Позаботьтесь о справке для вашего ребенка заранее.